Но я вам представила, да, что вот сказала, это семейная фабрика, семейное предприятие. Костас и Савас, два брата, уважаемые здесь мастера Гончара, они сейчас вам вручную работу эту подпишут, все. Ну и плюс на ваших глазах это все происходило. Да? А как раньше определяли, что изделие, скажем так, брендовое, принадлежит тому или иному мастеру? Сейчас бы Костас, если бы был он готичный грец, он бы оставил отпечаток пальца еще на неподсохшем сосуде, и уже было бы понятно, что да, изделие принадлежит именно ему.